Ну что ж, приветствую тебя, друг. Если ты открыл это видео, значит, ты попал на мой канал Old Lux Hat. И сегодня мы немножко покатаем Enlisted, а именно я открыл новый танк БТ-7 за советов. Это на данный момент бета-версии пока топовая машина. У советов, по крайней мере. И сейчас мы ее затестим. Вот эту вот замечательную боевую машину. Мы затестим ее, как она вообще ведет себя в бою. На пробив, на защиту, на все вот это. Что у нас там? 45 миллиметров пушка. 7,62 пулемет. Неплохо. Самое главное, чтобы там боевая укладка, так сказать, обойма была не маленькая. А так неплохо, неплохо. Танк можно улучшить, но детали пока всего лишь 31. Запчастей у меня, соответственно, 10. Не хватает для улучшения данной машины. А и мы посмотрим в обеспечении сейчас, смогу ли я приобрести себе запчастей. Нет, у меня один жетон, а их нужно два. Жетоны у нас дают за боевую задачу. Проведите битву 10 минут, получите вот такой вот жетончик. Ну и так далее. И боевой пропуск еще присутствует. Который надо покупать. Да, надо, господа, да, есть такое здесь. Ну, есть и бесплатные награды, конечно, в принципе. Мне премиум дали, потому что у меня был предзаказ, и вот осталось 2 дня. Не густо, конечно. Ну ладно, что ж, посмотрим. Надеюсь, будет годная карта для танка, для нашей боевой единицы. Раздолье. Надеюсь, будет, что нужно. Поехали. Укрепрайон. Захват. Ну, пойдет. Правда, туман здесь. Туман вот этот, конечно. Ладно, давай смотреть. Будем смотреть, как пойдет, так пойдет. Слушай, разгон хороший. Шустренький танк такой. Шустренький. Ну-ка, ребят, разойдись. Едут 3 бравых танкиста. Сейчас будем всех натягивать. Ну или нам под жопу кинут шашку динамита, и мы... Ну мы не позволим этого сделать. Так, давай правее немного возьмем. Немножко правее. Так. Ни хрена не видно из-за этого тумана. Так, минус 2. Да, в боевой укладке не так много патронов, это, конечно, минус. Частые перезарядки нам могут поднасолить. Танк, не? Да, это был танк. Это был танк. И еще кого-то. Тройное убийство. Неплохо, неплохо. На дурачка так выстрелил. Так, здесь противотанковые ежи, а нам надо, я думаю... Ага, вон еще. Вот так вот. Давай. Наверное, не очень удачно он стоит. Прям в броню ему попадаю. Так, попробовать может объехать. Еще минус один. Еще минус один. Двойное убийство. Так, надо, наверное... Попробую объехать вот эту избушку слева. Рассчитываем на русский авось, как говорится. Вот так вот.
Вот так вот, еще минус там. Слушай, я доволен. Пока мне нравится. Скорость. Неплохая убойная мощь. Правда, боевая укладка маленькая, надо перезарядить ее. Давай, давай, перезаряжай. Перезарядили. 63 патрона всего. Так, давай-ка попробуем. Нет, вот в окне вижу. Из окна тоже может прилететь. Туман, нихера не видно. Ну, давай, высунься. Вылези. Не, давай, слева, слева сейчас. Ой, справа объедем. Объедем немного справа. Вон еще один танк. Вот так вот. Вот так вот. Мне нравится, как он вырубает, вышибает. Приятно. Еще один коллега, танкист. Давай-ка объедем сейчас вот эту избушку. На курьих ножках слева. Куда ты? Ну куда ж ты? Дорогой мой приз. Так, по-моему, там мой коллега такси, танкист подорвался. Наша задача сейчас вырубать железные боевые единицы. Такие как танки и прочую технику. Вот так вот. Минус 2 сразу. Вот так вот, да. Not bad, not bad. Очень даже неплохо. У американцев, кстати, М4 один Шерман. Шерман танк. Надо будет тоже его подоткрыть, затестить будет, посмотреть. Если что, залетай, будем катать вместе в эту игру. Добавляйся в друзья. Пиши в комментах свой ник, я тебя обязательно добавлю. А кто там? Да чё там мешается? Ни черта не видно. Ни черта не вижу. Так, танк. Или не танк? А, это уже уничтоженная боевая машина. Окей. А кто там спрятался? А кто там спрятался? А кто там спрятался? А вот еще один. Давай, давай. Вот так вот. Так, одного уничтожил. Еще. Ну, этот танк мы тоже, я так понимаю, забрали, да? Да. Забрали. Неплохо, пока тащим. Пока тащим. Так, а вот это уже не очень хорошо. Кто-то там издалека. Надо уходить, наверное. Их там двое. Благо, скорость позволяет. Давай, давай, давай. Уйдем вот сюда. Целиться с пулеметов, конечно, здесь очень неудобно, прямо скажем. Привыкнуть, конечно, можно, но... Тем не менее... Тем не менее, с движущегося танка попасть довольно сложно. Ладно, давай выйдем, попробуем здесь. Не знаю. Вот так вот, понемножку. Не, отсюда ничего не видно.
Вот так вот. Давай, давай, забираем его. Ну давай, пушка. Странная, а? Вот так вот. Забирай ты его. Главное, чтобы нам динамит сейчас не закинули под жопу. Вот так вот, есть. Но, тем не менее, нас тоже покоцали. Так, передаряжай боеукладку. Вот он, друг. Ай, ушел. Убил, но он поджег нас. Вы можете починить технику, ремкомплект. Отъехать починиться, что ли, можно? Ну, давай сдадим немножко назад и попробуем починиться. Это, конечно, опасно. Давай, 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 давай. Одного танкиста убили. Залазим обратно. А, нет. А, нет, да, одного танкиста убили. Ладно, покойся с миром, брат. Мы выполним за тебя твою боевую задачу. А вот еще. Дядя. На танке. Вот так вот. Тройное убийство. Неплохо. Неплохо. Слушай, о, еще один. Как же я тебя пропустил. Блин, подожгли. Вот так вот. Уничтожил зуидик. Так, надо двигаться, а то подкинут что-нибудь под жопу. Надо обязательно двигаться. Сейчас огонь сам потухнет рано или поздно. Я не вижу, куда я еду. Давай, 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 давай. Заворачиваем. Да, броня довольно хороша. Только откуда он меня отсадит, я понять не могу. Вот еще один. Как же ты так выехал ты на меня, дядя? Ну, похоже, это наш финальный аккорд. Или нет? Давай убей ты его, господи. И развернуться не получается. Есть, наконец-то. А это кто у нас там прячется? Так, где-то справа была... Вражина. А между тем мы затащили. Враги у нас соснули сегодня, ребята. Победа. Победа. Это победа. Что ж, да, БТ-7 себя оправдал, да. Эта покупка себя оправдала. Да, я на первом месте. Герой битвы за следующее достижение. Первое место в команде. За лучшую игру на технику. На технике и за отличную игру классом танки. Из 33 убийства и уничтожено 8 боевых машин. 0 смертей. Что ж, вполне неплохо. Ладно, дружище, вот такая вот получилась карточка. Если тебе понравилось, ставь лайкосик. Оставляй комментарий со своим ником, если играешь в эту игру. И давай катать вместе.
В отряде. Все, спасибо, что досмотрел до конца. Счастливо.